Степа, Степ, у тебя там все нормально или одно место чешется? Все нормально, я могу там укол от глистов поставить, если ты хочешь. Степ, если тебя контузит не по-детски, потому что я уже не в первый раз это замечаю. Вот просто скажи мне, у там на ухо, я тебе к ветеринару поведу, если что-то не так. Степа, если тебя что-то беспокоит, сразу иукай. Ага, договорились? А я пойду дальше Катюху троллить. Сегодня у нас с Катей день записи новой серии Нубика. Пока Катя там, знаешь, макияж наводит, там штукатурку, там грунтовку, там шпаклевку себе. Хотя нет, Катя же не красится. Ну неважно, пока Катя там хорошится до того, как мы начнем эту серию, я вот решил заранее предугадать все ее шаги и установить в ее доме везде, где только можно, камеры наблюдения. Зачем? А затем то, что Катя-то такая пописяка в предыдущей серии сказала вам, моим подписчикам, что мол, если мы наберем 50 тысяч лайков, то в следующей серии я затроллю дом Едисона. И как бы 50 тысяч лайков мы набрали, даже больше, чем 50 тысяч лайков. Спасибо, ребят, вам огромное, то, что так сильно хотите, чтобы Катюха меня затроллила. Я вижу то, что вы тоже надо мной любите прям очень сильно издеваться. Поэтому пока Катюхи нет, я вот зашпиндолю камеры везде, где только можно. Вот здесь возле сральника золотого, вот здесь возле джакузи. В принципе, мне кажется, что можно даже на улице запиндолить их вот примерно куда-то вот сюда. И у меня еще три камеры. Ну, в туалет тоже можно, на всякий случай. Там, кто его знает, что интересно в туалете будет происходить. И, в принципе, ну и все, и вот сюда еще одно можно. Сейчас нужно проверить, работают ли все камеры. Так, первая есть, стол видно. Еще одна камера. Есть, нормально. Еще одна. Есть, нормально. Еще одна есть. Еще одна есть. Сральник видно, золотой все видно, дом видно, вход видно. Главное, вот так. Прекрасно. Ждем, пока Катюха подключится, и будем начинать. Мне на самом деле даже самому интересно, как она сможет меня затроллить. Да, ну басина, она не знает ни одного способа, как можно затроллить не то, что меня, а мой дом она хочет троллить в этой серии. Как мой дом можно затроллить, да его уже судьба потроллила во все щели, которые только можно. Вы только посмотрите, как над ним поиздевались. Мне кажется, Катюха с ним точно ничего не сможет сделать. Ах, перчик, перчик. Потрепала она с тобой жизнь. Помотала по всем странам, по всем городам, которым только можно. Да прикинь, да еще и девушка моя меня же хочет троллить. А ты-то что? А ты вообще бесполезная псина. Да сколько раз на меня нападали грабители? Да ты ни разу не укусил ни одного грабителя за задницу. Ну ни разу. А потом меня подписчики спрашивают, мол, Эдисон, почему ты не кормишь перчика? Потому что он не заслужил! Он не заслужил! Вот позже убил вот это... Ой, кто-то подключился. Перчик, ты сторожи, если что. Я сейчас приду. А то Катюха начинает выполнять свой коварнейший план. Что? Что она может сделать? Ну что? Я вот не по... Эй, ты! Эй, я! Здорово! Как дела твои? Ты чё, на крышу забрался, трусишка? Ну-ка, выходи давай! Куда выходить? Поговорим как мужик с мужиком. Алло! Это предупредительный выстрел! Просто не сработала тинти-пушка. Если ты еще будешь мне угрожать, я опять расстреляю весь твой дом! Какой мужик с мужиком? Я хотела сказать, в смысле, я женщина с вот с тобой, вот с мужиком. Поговорим, Я никуда не буду выходить, мне, в принципе, здесь на крыше тоже удобно, здесь можно полежать, позагорать, вот. Что тебе надо? Что тебе надо? То есть ты такой сыкунишка, значит, да? Не хочешь по-хорошему, да? В смысле, а что ты мне сделаешь? Какой сыкунишка? Хорошо, я сейчас приду, Давайте. Это как называется? Это... А, что? Что говоришь? Предатели предательские. У них еще так, и пушки. Пушки. Все, тихо. Пушки все взяли. Взяли. Молодцы. Ну, задание знаете. Дом видите. Погнали. Вперед.
Вот, вот так вот, значит, так хорошо, 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 сейчас все будет, сейчас все будет. Предатели, это как, это она моих наркоманов Петровичей, подписчиков, которые со мной записывают, это она, к себе она их переманила. Да, ты меня отпустишь сегодня, паутина? Да, ладно, мы подождем, у нас же очень много времени сейчас есть, ага, спасибо. Это какие здесь пауки должны обитать, чтобы такую паутину наплести? О, спасибо. Так, у меня же здесь есть секретные сундуки, пока наркоманы и подписчики, они уже 100% в моем доме. Так, только никому не говори, пожалуйста, что у меня есть секретный сундук за печкой, за огнем. Они уже тут, они уже тут, они уже тут, они уже тут! Быстро, 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 быстро! Не-не-не-не-не, вот так будет лучше. Вот так, да. Ночное зрение есть? Есть. Камера есть? Есть. Пистолет есть? Ага, дробовик есть? Это есть? Так. Ага. Глушитель. Это значит, наркоманы Петровичи на своего батьку решили, да, порыпаться? Вот оно как! И мое суперсекретное оружие. Ой, Катя, Катя, не то ты сделала. Так, они уже пришли, не пришли? Пока, пока еще нет, пока еще нет, пока еще нет. Так, я спрячусь вот здесь. Ну, сейчас мы с ними разберемся. Один. Минус хлеба, булочные изделия. Ночное зрение, ночное зрение. Здесь кто-то? Минус вторая. И остался последний. А кто еще последний? Я там не видел. Алекс экспонат? Здесь никого вроде нет. Ах ты, собака! Отвлекающий манёвр. И куда вы рыпнулись-то? И чё такое, Катюха, а? И что ты сделала? Ты чё? Ага. Ты чё? Ага. Ты чё? Что? Ты их всё? Всех убил, что до ли? До свидания! А ну иди сюда! Куда сюда? Куда сюда? Нет, я с тобой разговаривать не буду! Ты решила на меня же моих наркоманов Петровича перетравить? На меня же? Ну всё. Это война, это война. Это никакая не война. Отойди. Отойди, Берчик. Все, сейчас тебя так затроллю просто. Как ты меня затроллишь? Как ты никогда в жизни никого не троллил. Ну сейчас мы с тобой посмотрим это. Ну все, это как бы война вообще безоговорочная. Выходи, выходи сюда. Ты уже понял мои серьезные намерения? Давай просто поговорим. Я не буду с тобой разговаривать, женщина. Угу, значит так. Да, значит так. А помнишь, ты вот в прошлой серии мне мой дом в арбуз превратил? Кстати, да, если кто-то не смотрел предыдущую серию, в этой серии я превратил полностью ее, вот этот дом, в арбуз. Вот прям, если ты хочешь увидеть, как это было, и как Катя отламывала кусочек от своего дома и потом хомячила... Прям сейчас подсказочка. Тыкни на нее прям со всей силы, чтобы Катя офигела. Ты бы мне спасибо хотя бы сказала, то, что я твой дом обратно из ада перетащил. Из ада. Из задницы! Из ада я твой дом обратно сюда, в нормальный мир перетащил. Ты за это даже спасибо мне не сказала. Спасибо тебе большое, так вот я тебе кое-что тоже приготовила. Знаешь, во что я сейчас твой дом превращу? Ты не сможешь превратить, не умеешь превращать мой дом в что-либо. В смысле не смогу? Ну давай, я... давай. Я целый день думала, во что же превратить твой, вот этот вот, халупу твою, вот эту вот стрёмную. Я даже ради такого спущусь и постою возле тебя. Давай, удиви меня, мать, удиви. Оп, как тебе такое, а? Затроллила, да?
Я тебя затроллила. Как тебе? Чё молчишь? Подожди, что это за фигня? Ты мой дом превратила в пепперони? Да. То есть я твой дом превратила в арбуз, а ты мой дом превратила в пепперони, да? Да, да, даже шерсть тебе еще. Спасибо. Ой, Кать. Так подожди! Я могу ломать блоки пепперони, из блоков пепперони будет выпадать реально настоящие пепперони? Ну да, смотри, видишь, какой троллинг прикольный. Как тебе, а? Затроллила? Ну скажи, что я тебя затроллила. Че ты жжёшь? Да просто я так подумал, ну как бы у меня не дом, а развалюха какая-то на ножках. Он еле как вообще существовал, а тут смотри, ты мне весь мой дом превратила в жрачку. Так я сейчас до конца жизни могу хомячить эту пепероньку, а потом ее еще и продавать. Спасибо большое тебе, Катюха. Ты радуешься еще там, что ли? Да, конечно, бесконечный запас колбаски, пепероньки. А зачем мне этот дом был бесполезный? Я тут даже не жил, а тут я могу жрать. Я наконец-то раз в жизни хотя бы смогу перчика накормить. Так, все, нет, возвращаем все обратно. Нет, ты не заслужил. Нет! Верни обратно! Кать, ты даже здесь меня нормально затроллить не можешь. Ну просто не дабы. Троллинг. Ты такой лохопух. Ты безнадежно. Ты черную шерсть забей. Ой, топор. До свидания. Один раз в жизни сделала нормальное дело. Хотела своего парня покормить. Никогда меня не кормит. Хотела покормить, и в итоге что, даже не накормила. Да все, иди отсюда. Иди сюда. Давай я еще поиграю в волшебника и превращу твой дом. Не знаю. Давай ты закроешь глаза, а я превращу твой дом в кое-что. Хорошо. Мне закрыть глаза, и ты в что-то его превратишь, да? Да. Угу, хорошо. А давай. Теперь для большего эффекта сними наушники, пожалуйста. Зачем мне наушники снимать? Я же тебя слышу. Ну, чтобы больше эффект был. Прямо. Ой, ладно, хорошо. Эффект. Я снял наушники, я как бы разговаривать могу, но я тебя не слышу. Ну все, хорошо. Так, пс. Слушай меня, короче, сюда. Пока он без наушников, я тебе вот что хочу сказать. Не будь пописякой. Подпишись на канал, пожалуйста. А если хочешь больше таких прикольных серий троллинга, обязательно напиши об этом в комментарии. Ну, давайте приятно. Ты долго там еще? Да заткнись! Вот. Давайте приятно человеку сделаем. А вообще до Нового года, я не знаю, давайте наберем 4 500 000 подписчиков. Вот, короче, давайте так делать. Только давайте честно, все. Все, я его прошу обратно надеть наушники, а вы там не будьте какашкой. Все, можешь надевать! Надевай! Ну долго ты еще там, Кать? Эй, лох! Ну ты заколебала уже, да сколько можно? Что ты там делаешь? Я надел наушники. Я тебе уже 38 часов назад сказала надеть наушники. А, мне открывать глаза? Нет. Ну хорошо, скажешь, когда открывать. Сейчас тогда, подожди, мне нужно волшебство произнести, чтобы как бы, ну, фокус получился сейчас. Раз, два, три, молния, приди, абракадабра, кучкура, мучкура, Вашингтон, вдали. Все, там, короче, все получилось, я волшебница просто как бы. Кого? По секрету скажу. Я могу глаза открывать в этой жизни или нет? На счет три давай. Давай, ага. Раз, два, три! Ну и что изменилось? На дом посмотри. Троллинг! Ну что, я тебя затроллю? Скажи, что затроллю. А что ты сделала? Ты отремонтировала мой дом, да? Ну да. То есть, подожди, он только что был развалюхой, я к этому дому привык, да, то, что он развалюха, а ты решила его прям в одну секунду прям пу починить, да? Блин, прости, да, я что-то действительно палку перегнула, мне кажется. Ну, вообще, хорошо, давай пойдем посмотрим, как ты перчик ремонт. Так. Я что-то не подумала, вообще. Так, ёшкины моталки, бильярд, футбол!
Пицца, бургер, кока-кол. Ща, подожди. Ой, Кать, ну ты чё-то меня как-то слишком... Ну ты вообще, наверное, не подумала. Ты мою кухню отремонтировала. Ты смотри, какая кухня огромная стала. А вот минуту назад она была разваливающейся. Кать, ну кто тебя так научил... Кто тебя так научил сильно троллить всех? Ну прости, пожалуйста, ну давай. Я хотела, чтобы наш флаг вражды закончился. Стёпа! Опустился. Подожди. Пошли, Стёпа, пошли. Так. Ой, ты. Стёпа, ты ведь. Я воспитал, конечно, троллиху просто настоящую. То есть она с разрушенного дома починила дом. Считает то, что это троллинг. Ёханы! Это как? Да, ты смотри, это новый телевизор? Да, как тебе мой троллик? Ну скажи, что я тебя затроллю. Скажи. Новый комп, два монитора, красный стул, как я люблю, красный комп, красная кровать. Кать, ну тебе не кажется, что ты прям уже слишком палку перегнула? Но это какой-то слишком жестокий троллик. Пойдем на улицу, прости, я что-то... Да, не, Кать, пошли. Я признаю свою вину, спасибо большое. Нет, ты меня затроила прям очень сильно. Вот знаешь, я не знаю, как... Я прошу тебя прощения, ну Кать, ну не стоило так сильно меня троллить. Вот это надпись, она лишняя, вот это с радуги. Ну типа, добро пожаловать, ее нужно убрать, Кать. Вот, а вот так... Прости, я сейчас все исправлю. Не, ничего не надо исправлять. Извини, что я накосячил. Нет, это ты меня извини, я слишком тебя затроллила, я не должна была это делать. Я должна была просто остаться в своем доме и ничего не делать. В принципе, все, давай, я сейчас все исправлю. Не надо ничего трогать, Кать, успокойся. Все, ты меня затроллила, я это заслужил. Все, хорошо. Я уже все поменяла, прости, пожалуйста. Действительно, прости. Как ты успела поменять? За секунду! Бесчувственная просто, понимаешь? Так чувствую. Пошла в пипуку! Ничего, перчик, хорошо. Короче, слышь ты! Бесчувственная! Набираем 50 тысяч лайков на этой серии, я твой дом в 35 раз больше затроллю, чем в предыдущей серии. Ты меня слышала? Да, все, давай, спокойной ночи, приятно было пообщаться, познакомиться, я пошла спать. Мне тоже было приятно с тобой познакомиться. Пока-пока. Алло! Собака такая... Лови еще вот это, я забыл. Ой, все, пока. До свидания. Пописяка, я реально, настоящая. Перчик, иди, я босы порог. Ага, все, давай.